Спортивная часть молодежи встретила праздник на велосипедах. В областном центре в рамках всероссийских соревнований состоялся критериум – кольцевая гонка по городским улицам. В ней приняли участие спортсмены из 13 городов России. Данное мероприятие называется «Иванс молодежная велогонка». Она проводится четвертый раз. Проводит администрация, областной комитет по культуре администрации города Иваново и культуры Ивановской области. По сложившейся традиции соревнования открылись заездом малышей. В этом году маршрут велогонки был проложен в районе улицы Генерала Хлебникова и улицы Шубиных. Таким образом, круг составил почти 2 километра. Спортсмены сегодня соревнуются второй день. Вчера они ехали гонку на время с раздельным стартом. Сегодня они едут так называемую гонку критериум. То есть категории, соответственно, элита, юноши, хобби и ветераны. В категории хобби принять участие мог любой желающий. В заездах участвовали как юноши, так и девушки. Профессиональные велосипедисты соревновались в разных группах. Итоги соревнований будут подведены только 1 июля, после заключительной групповой гонки на 90 километров по маршруту Иваново-Приволжск. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.